всем Хайда. Сегодня мы поиграем в одну из великолепных игр под названием «Работай в пиццерии». Также я вам хотел рассказать про эти два великолепных канала. Если вам не сложно, подпишитесь, пожалуйста. Ну ладно, не будем тянуть кота за яйца. Ну а мы начинаем. Первое, что появилось в обновлении, это такой вот билинт. Но я его не буду проходить так как проходил в прошлом году. Еще я бы вам хотела рассказать одну прекрасную новость. Я заболел каким-то вирусом. Но это не помешает мне делать для вас видео. И еще тут появился такой пакет с конфетами. И когда вы его берете в руки, в правом низу экрана будет показываться определенный счет конфет. За эти конфеты можно будет купить хэллоуинскую мебель. А вот та самая палатка, в которой можно и будет купить эту хэллоуинскую мебель. Эта метла осталась у меня с прошлого года. Теперь мне предостаточно конфет, чтобы купить что-нибудь. Покупаем. Вот то, что нужно мне. Пора разместить новые предметы. Что за... Потом я еще полчаса мучаюсь с RAR-кодом. Пора довести дело до конца. Вот я и закончил с домом. Ну ладно, на этом будем заканчивать видео. Всем пока и всем до новых встреч.